покажу, как правильно располагать вот такой вот огромного шмеля. Вот такого вот. Да, в прошлой серии я вам сказал, что они могут, что шмель прилетит, если так его расположить, вот так мохнатый, ровно вверх. Но может и ровно вверх, может не ровно вверх. Вы сами, наверное, знаете. Так, дальше. Как располагать это? Ну вот у него фитиль вот этот. Он должен смотреть как бы вперед. Он должен смотреть вперед, а вот этот вот часть назад. Ладно, всем пока.